Ну что ж, ребят, мы продолжаем играть в Майнкрафт. Я решил отправиться в некое странствие. Вот печаль. Все думал, просчитал к началу, но нет, оказалось, что не все. Отправимся мы по направлению к закату. Как раз-таки хотел дождаться того момента, когда начнется новый день, но что-то думаю, да и ничего страшного. В дороге переспим, и так, спасибо этому дому. Мы отправляемся к следующему. Не знаю, как долго буду идти. Взял с собой на всякий случай всякого рода, а точнее всякие семена. Нас ждут непреодолимые, точнее неизвестные. Ух ты, как трудности. А, обалдеть, никогда не видел пчелы, серьезно. Слушайте, а что будет, если... Господи. Интересно, они больно жалят? Наверное, травят меня, нет? И это все? А мед? Как же мед? Нет меда? Ну ладно, смысл тогда в этих пчелах? Вот все, что у меня нет, так это лопаты. Я совсем забыл. О лопате. Вы, наверное, понимаете, да, что я хочу сделаться? Сделаться. Вот и спать. Отлично. О, похороненный заживо. Смотрите в кинотеатрах 17 июля. Но он восстал из мертвых! Пока что я не увидел пользы в этих ульях. Возможно, в дальнейшем что-то про них будет. Ага, так, хорошо, понял, валим. Я бы хотел, мы так с чуваками как-то делали, дом в скале. Вот, либо дом тире дерево. Но живем пока. У нас есть, скажем так, 40 кусочков, 40 батонов хлеба. Итак, тем временем наступает сумрак. Итак, мы с вами уже 2 ночи в пути. Ребята, прикиньте, я бегу уже, наверное, третью ночь, и я просрал кровать. Твою ты мать. Только представьте, вот насколько надо быть идиотом вообще, да? Серьезно? Ну вот подумайте. Вашу мать, вашу твою ты дивизию, а? Если сольемся, ну это пипец будет. One. Ай, нечего брать. Теперь быстро. Верстак. Идешь сюда. Кровать. Три шерсти нужно. А у меня только две белые, одна серая. О, еще дождь пошел. Супер. Оу-е-е. Мне нужно укромное местечко. Оу, нет, не укромное. Господи, побыстрее просто закопаться надо скорее. Фух, ну что же, погнали дальше. Так, куда нам надо-то? Где рассвет? Интересно, эта пустыня насколько огромная? Я смогу ее перебежать? Нашел пустыню. Я сейчас нахожусь в пустыне. Я не думал, что я так долго буду гонять здесь, но, как видите, я здесь нашел золото. Ну, я столько не встречал, я имею в виду, вот за пока играл. Там что, порыть? Неужто я до края дошел? Супер, ребятки. Интересно, а пересечь его возможно? Ну, то есть, я имею в виду, там что-то будет дальше, либо это все, конец? Да, смотрите-ка, там земля есть. А я-то думал, все, хана. Я хотел вот туда идти, справа, вправо. Ну, давайте посмотрим, что тут у нас. Либо это просто острова. Типа маленькие, все, и больше ничего. О, деревня. Живем. Вау-вау-вау, причал, что ли? Прикольно. Так, а что такое у них внизу дом? Слушайте, круто тут, однако, у них. Ну, на самом деле, как обычно все. Это островитяне, что ли, какие-то? Ого, черепаха? Никогда не видел. А что, с ней можно что-нибудь сделать? Ой. Ладно, пускай. Офигеть, ребята. Это, походу, полярный круг.
Что-то я не думаю, что то я настолько могу далеко уплыть. А медведь меня будет атаковать? Нет, не знаете? Упс. Ну, хлебушка хочешь? А если он меня зарубит? Ладно, не знаю, но вроде он меня не атакует. Посмотрим, может быть его даже приручить можно, хотя сомневаюсь. Медведи не такие. Мне кажется, дружелюбные, неизвестно, что им в голову взбредет. Такие, вы им... Не они вам наскучат, а вы им наскучите, они вам голову откусят. Чисто просто так вот, знаете, типа, о, блин, человек, задолбал ты меня реально. И все. Что ж, друзья, я нашел великолепное место, деревня и рядом гора, на которой можно, в принципе, поселиться. Но есть один нюанс. Я шел очень долго, и в итоге я упал в яму с криперами. Взорвался, упал, выжил и взорвался, и умер. И я подумал, нельзя сдаваться. Даже если жизнь была закончена в этом мире, нужно встать и создать новый мир. Блин, посмотрите, как лагает. Я просто думаю, где вот тут дом строить. Я хотел вот в этой скале попробовать, с той стороны. Либо вот в этой, посмотрите, как великолепно же. Ну, сколько много, как много возможностей, обалдеть. А вот все появилось. Все равно еще про запас возьмем деревце немножечко. Теперь мы можем сделать так, мотыга, раз. Кирка, два. Блять, ёб твою мать, зачем я сделал столько лопат? Почему? Фух, ну что ж, делаем печь и сжигаем всех жителей. На всякий случай, пускай будет меч. Мать ваша, у меня же ведра нету, мне железо нужно найти. Пипец. А, ну что ж, ребят, я в принципе подзатарился, поддобыл лазурита, золото, здесь пещерка внизу оказалась. Вот и сейчас направляюсь, собственно, к нашему будущему, что ли, месту жительства. Сейчас все там обустроим. Я хочу посадить сахарный тростник. Только почему-то... А, вот все, да-да-да. Сюда его, да? Сюда. Ну что ж, я думаю, надо копать вниз. Так, а здесь главное не грохнуться. Ну да, надо вот эту часть снести, скорее всего. Вот эту писюльку мы уберем обязательно. Я уберу. Да кто мы-то, ёб твою мать? Вот серьезно, кто мы? Я уберу, я один. Давай. О, да. Так, ну что, погнали вглубь. Так. Как бы лучше... А-а-а! Нет, я не упал. Такой высоты будет дом. Квартира, в смысле. Взорвать бы тут все к хренам собачьим, правда, друзья? Ну, надеюсь, у нас железная дорога по рядом с домом. Да, не люблю. К слову сказать, у меня в одной из квартир, в которых я жил, тоже была железная дорога рядом с домом, несмотря на то, что я дом находится на расстоянии там 200 метров там, и там ты живешь на там 20 каком-то этаже последнем, то все равно чувствуется даже как будто дом шатается, когда идет там состав какой-нибудь. Ну, либо это меня просто трясло от припадка, либо, скорее всего, от состава. Ну, то есть, действительно, очень так все это заметно. И вот люди, которые и вправду живут где-то около железной дороги, кому-то это привычно, то есть кто-то, наверное, даже засыпает под шум колес. Ну вот, но в целом чернорабочие, видите, работаю ночью, не покладая рук. Так, сделаем пока печь и заставим ее работать на нас. Давайте вот так вот, и пускай пока делается камень. Этот камень мы пока выкинем. Там жбан никому не проломило. Ха, а глыбой. Глыбой. Камня.
Надеюсь, на крипера какого-нибудь жахнулось. Или лучника. Вот лучник падла. Вот всегда лучник это вообще падла просто. Даже эндер не такой страшный. От него лучник раздражает, особенно если их два. Все работяги встречают рассвет с киркой в зубах, потому что уже в руках нет силы ее держать. Но мы все равно продолжаем. А утром придется идти собирать хлеб. Нет. Ох! Да ладно, железа нет. Охереть. Просто я в шоке. Я даже сказал. Вот так прям? Ну да, скорее всего. Вообще говно какое-то, ничего не видно там. Все, мы почти добрались. Сейчас поставим в печь все, что нужно. Так, люди у меня здесь, по-моему, да, жарились. Ну давайте сюда тогда. Так, это ж не печь. Ты чё творишь? А, в печь захотела? Ну, сейчас мы тебе это устроим, чё. Золотой блок. Ну, это пипец. Это, наверное, для хранения золота, скорее всего, как вы думаете. Не знаете, кстати говоря, если его назад реверснуть, то из него будут слитки выйдут. Все остальное можно... Господи. Блин, тут опасно, надо поспать пойти. Я у местного хату отжал. Закопал его рядом тут же. Так, а это что у нас тут? Чё, что-то не так? Ну такой, парень, уйди, пожалуйста. Это мое дерево, я его сажал с сыном. Мы хотели, я говорю, да я тут недолго, я тут хочу себе это, топор сделать. Он говорит, слушай, ну, подожди, у нас же... Где он? У нас же... Я с сыном сажал это дерево. Оно мне дорого, как память. Мы посадили его в честь победы, нашей победы. Я говорю, да, все, я уже срубил, пока. Да твою мать, у меня кирочки нету. Как же так-то? Я ее что, оставил, что ли, где-то? Что же делать-то? Ребята, это что такое? Я не понял. А где вода? Где? Где вода? Я не понял. Слышь, ты чё? Нереально, чё за бред? Там куб есть, но вода не течет. Ну, посмотрите, там же... Слушайте, Слушайте, может быть, там холодно, и она замерзла? Первый раз такое вижу. Там какой-то блок стоит, какой-то он полупрозрачный. Может, что-то с ним... Ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте. Офигеть, да ладно, серьезно, лед. Вау! Ну как же так? Ну блин, ну это, да, это как бы было, ну то есть, ну логично, но я не думал, что это все так. Не, ну спускаться-то ладно, там внизу можно, понятное дело, бассейн сделать, а вот подниматься, да. Либо какую-нибудь суперкрутую лестницу. Кстати, не знаете, как лестницы делать такие быстрые, чтобы подниматься, а то я вообще не в теме. Все, смотрите, готово. Сейчас бегаем за стекляшками нашими. Как там все развелось-то. Наверное, вздрыхнем чуть-чуть. Что ж это такое меткий-то? О, да, я успел уснуть, пока он близко не подошел. А, теперь ты загорелся. Вот такой вот я читер, чувак. Бегом. Обычный камень. Ой, точнее, это уже гладкий. Здесь у нас стекло получилось. И один уголек остался. Начнем, пожалуй, делать. Вот с этого места. Да, это у нас будет типа входа, что ли. Вот что здесь. Здесь мы сделаем стекло. Отлично. И стены. Отштукатурить. Так, и поставим, пожалуй, раз и два. Сюда закинем. Ну угля у меня не так много, поэтому, да, вот это, конечно, фигово. Сделаем. Вот так. Еще это тут прыгаю-то. Пока что сюда поставим. Сейчас главное не упасть. Это, собственно, вход. Собственно, вход. Больше так... Оп, все. И теперь можно спать. Сейчас я просыпаюсь, и крипер такой. Привет. Слушай, не знаешь... Да.
Они очень тихо разговаривают, они все время хотят что-то спросить, но им никто не дает шанс. Как только ты подходишь, срабатывает древнее проклятие, да. А здесь пускай будет делаться стекло, а здесь камня, в принципе, я вот не знаю, достаточно его или нет. 29, блин, странно, где-то еще вроде был. Или я просто в упор не вижу. А, и еще хочу сделать кирпич. И, скорее всего, я попытаюсь замутить здесь нечто... так, ну, короче, камин. Далее создаем еще одну печь. Так, все. Че, нет? Стоп, а что с гранитом-то делать? Полированный гранит... Даже так. Вот, собственно, вот это, я думаю, надо нам из этой штуки попытаться сделать некий камин здесь. Что же, надо подкрепиться перед тем, как сделаем камин. Ну, просто посмотрим хотя бы, как, что это из себя представляет вообще. Бум. Не знаю, что из этого выйдет. Сюда. Так. Ну, вы уж это самое там, меня уж простите за то, что не похоже, но... Ну, в принципе, чё, похоже, да? Ну, то есть, сейчас надо будет заделать, я думаю, вот так. Вот здесь вроде. Класс. Супер. Еще раз. Сюда. Дальше вот так. Теперь осталось вспомнить, как костер сделать. Я потому что не помню. Уголь и палки. Так у нас все есть, слушайте. Подожди, а почему? Я весь уголь! Нет, вот он. Я думал, я там внизу уголь оставил. Думаю, ну пипец. Три штуки, короче, надо. Потому что одного... Хотя один тоже, в принципе, неплохо смотрится. Ну и я думаю, все вот это добро, все эти печки надо... Мы сделаем наверху такой чердак. Как-нибудь туда надо будет подниматься. Ну, скорее всего, по лестнице как-нибудь, да? А, вот еще пол. Полом надо заняться, потому что, видите, вот это вот, конечно, это неправильно. Все супер. Подожди-ка, откуда у меня еще дерево? А я думал, я на костер этот все израсходовал. Так, стоп, это кто это тут? Ну, потом еще третий поставим, ладно. Если вы знаете, тогда скажите, как можно сделать балкон из вот такой зеленой травы, то есть из дерна. Я не очень понял, по-моему, никак, да? Что ж, давайте начну вот здесь. И уже от этого, вот от этого балкона мы будем плясать. То есть смотреть, как сделать, например, где лучше сделать лестницу. Вот это, конечно, от перфекциониста, скорее всего. Да вообще моя игра это от перфекциониста, анониста. А вот это уж тем более, смотрите на это. Не хватает третьего. Мне кажется, вообще один был вполне себе. Заглянем в церковь, я так понимаю, или что он тут молится? Хлебушек. А это что за гэнгстамен? Эй! А, это профессор какой-то. Я пришлось оббежать несколько пещер, точнее, в округе. Я чуть даже не заблудился. То есть начало темнеть, я стал паниковать. Главное не сорваться, это очень-очень опасно. Да не опасно на самом-то деле. Уровень лишь потеряю, а так-то я все смогу вернуть. Вроде бы я спал в кроватке, поэтому в этой местности... О, да. Долгожданный последний костер. Вообще один, возможно, даже лучше. Я уже об этом говорил. Березовый. Угу. Класс. И одна остается, как всегда. Ну, мы сделаем стол. Куда бы стол лучше сделать? Наверное, в углу стол. Ну, правда, для этого нужна еще и крышка. Крышку я не помню, как делать. Береза нужна. Все. Раз. Что-то такое, да, похоже на стол. Надо, наверное... какая-то херня. Вот так вот надо раз встать и, ну,
типа вот так. Пускай будет. А вот сюда нужна калитка, потому что там внизу я сделал... Вон он, спуск. Так называемый. Калитка есть? Конечно, есть. Просто надо понять, как ее сделать. Я как этот чувак, как бот. Как дверцу-то сделать? Ёп, вашу мать. Полетела. Ну да ладно. Чё такая узкая-то, блин? А можно пошире? Сейчас проверю. Да стой ты, куда ты? Ай, вторая-то нет. Да блин, что за говно? А как вместе-то их сделать? Ну может тогда просто вау и прям туда. Так, куда там? Ой, блях, муха. Ладно, надо осторожней. Ну, цветов тут, в принципе, полно. Надо выбрать только какие. Ну, вот маг. Пускай будет маг, почему нет? Топором просто. Херакс! Иду я как-то по парку с топором. И говорят, мальчик. Я говорю, чего? Они говорят, ой, то есть хотели сказать, молодой человек. Я говорю, ну, чё надо? Она говорит, а зачем вам топор? Я говорю, букет любимый сейчас буду собирать. Она думает, какой самец с топором. А я просто цветочный. Шел, а денег не было. С топором вошел, говорю, давай букет. И она дала. Смешно. Ну что же, пора делать лестницу. Только вот... Как? Какой-то звук кривой был. Делаем вот сюда. Все правильно. Окей. И цветы. Цветы какие? Мак. Ой. А вот это, вот эти я вот взял. Скорее всего, их нельзя, да? Да, они слишком здоровые. Конечно, я перебрал. Здесь такие, а здесь пускай вот такие. Посмотрим, что у нас по фонарику. Фонарик как там надо было сделать, я уже не помню. Угу, кусочек железа. Вот, кстати, я думаю, на поиски железа нам и придется отправиться, потому что... что нам для кусочка железа нужно? Кстати говоря, просто интересно узнать. Один. А, ну, не жалко, чё. А чё за рецепт, я чё-то не понял. Раз. И раз. Замечательно. Ну, еще можно на камин цветочки поставить. Те. Ну, так, нормально. Ну, неплохо, неплохая, кстати. Получается, вроде как, берлога. Туда полетели они. Прям в воду, наверное, сейчас. Ах, да, я же лестницу хотел сделать. Ха-ха. Ну что ж, у меня, в принципе, появилась неплохая идейка. Вот, собственно, наша, моя лестница. Надеюсь, все получится. Вот так, вот таким вот образом надо все это фигачить. Да. Ну и, может быть, здесь просто... И вот так сделаем. Бам. Раз и все. Это немного не та лестница, понятное дело, которую я хотел. Просто у меня сейчас ее недостаточно. Вот она. Только как сделать скоростную, по которой прям очень быстро подниматься, вот этого я не знаю, кстати. Бум. Ууу, что-то многовато я выбрал. Ну да ладно. А это что такое? Да нет, ты вообще не так меня понял. Да бляха, муха. Что ж ты там делаешь? Совсем дурак, что ли? Да ёб твою мать, ладно, сойдет. Да блин, что такое, почему? Что я не так нажимаю, что ли? А, надо, наверное, вот на эту часть-то, ё-моё. Точно, на нижнюю часть блока. Как меня трясет-то. Ну, придется потерпеть такую качку. Ладно, пока это все получается, потому что, ну, еще дел полно, реально. То есть надо будет... Я уже не помню, что я хотел, но что-то я хотел. Второй этаж и, возможно, взорвать деревню ТНТ, заложить под домом, под каждым домом кучу просто вот так цепочку ТНТ и просто... Будет весело. Ну, ладно, всем спасибо. Бо! Oh yeah.